Футболисты Баварии одержали победу в Греции с преимуществом в 2 забитых гола, могли забивать и больше, но перестали бегать в атаку совсем. Хозяева, в свою очередь, смирились с этим поражением после второго пропущенного гола. Счет в матче был открыт на 61-й минуте, после прострела с фланга Робин нанес удар из центра чужой штрафной, после чего мяч рикошетом от защитника отлетел к Хави Мартинесу, и тот с выгодной позиции не промахнулся, счет 0-1. Спустя 2 минуты Гнабри передал мяч Рафинье на левом краю чужой штрафной, а тот прострелил во вратарскую, где Роберту Левандовски оставалось не промахнуться по пустым воротам. Таким образом, мюнхенская Бавария одержала гостевую победу над афинским Айоком 2-0 в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.